40 миллионов рублей, предназначенных для выплаты детских пособий, было похищено в Хасавюртовском районе. Преступление подозревают специалистов соцзащиты. Как сообщают в Следственном комитете России по Дагестану, уголовное дело уже направлено в суд. По данным ведомства, женщина в сговоре со своим начальником, а также другими сотрудниками организации, похитили деньги, выделенные на выплаты пособий по уходу за детьми до 1,5 лет. Следствие установило, что обвиняемые с сообщниками включили в базу Минтруда Дагестана ведомости более чем 600 получателей, которых на самом деле не существовало. Всего по делам проходит более 15 человек. Расследование уголовного дела в отношении начальника и главного бухгалтера Хасавюртовского управления соцзащиты еще продолжается.